Друзья, всем привет. Мы сегодня улетаем из Паттайи, летим на Пхукет, чтобы провести там незабываемые 2 недели. Хотели поехать в Бангкок на такси Uber, но получилось накладочка. Ни один таксист за нас не взялся. 10 минут сервис работал, крутил, не получилось. Поэтому лучше иметь всегда страховочный вариант. Да, страховочный вариант мы нашли на улице. Это был минивэн Toyota, довольно-таки комфортный, большой. Обошлась поездка нам в 1300 бат. С большим комфортом. Сейчас мы находимся в аэропорту Суварнабхуми. Только что прошли регистрацию на рейс. Первый раз летим лоукостером. Ну, в принципе, все то же самое. Ограничение багажа. Единственное, что ограничение багажа. Мы багаж дополнительно оплачивали. Обошлось, по-моему, $7 за сумку. Но, в принципе, сами билеты очень дешевые, поэтому надо пользоваться. Была небольшая заминочка. Нам все-таки пришлось немножко перераспределить вес в наших рюкзаках. Но, в принципе, это не составило труда, и мы быстро решили этот вопрос. Да. Вот так. Мы быстро решили. Идем. Теперь идем к нашему выходу. Сейчас пойдем искать наш выход. Выход у нас B7. Наша стоечка Виджет. Ай. Будет пытаться принести в самолет чай. Чай очень вкусный. Покажи чай. Такой вкусный чай. Если увидите, привезите нам, пожалуйста, в Россию, когда мы там будем скучать по этому чаю. В Таиланде очень популярный очень чай. Вкусный, как у нас в России пока такого вкусного чая не найти. В холодном климате, в горячем климате холодный чай очень вкусный. Порту очень многолюдно, встречают нас такие тут охранники. Хорошо работают кондиционеры, даже слишком хорошо.